В зале драмтеатра горожане, общественники и депутаты городской думы за обсуждение принялись сразу. Акценты расставили на принципиальных моментах. Сегодня были внесены два основных момента. Первый момент – это борьба с коррупцией. В чем она заключается, что с будущего года все муниципальные депутаты, в частности мы, будем уже официально отчитываться о своих доходах, о своих расходах. Большинство поправок, которые предлагается внести в устав города, необходимы для приведения этого документа в соответствии с законодательством. После обсуждения начались публичные выступления по теме. Общественники дали свою оценку изменениям и дополнениям в устав города. Все те изменения, дополнения устава сегодня на общественных слушаниях, они отвечают современным требованиям. И особенно хотелось бы мне отметить, что стоят изменения относительно защиты населения, горожан, в случае стихийных бедствий, в случае различных других катаклизмов. Со всеми поправками и с самим уставом города можно ознакомиться на сайте www.dumadegrad.ru. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. Наше время.